хищении 3 миллионов тенге обвиняется программист аэропорта Сарыарка. Используя свое служебное положение, специалист воспользовался кодом доступа в компьютерную базу данных и перечислил за свое имя заветные миллионы. Этой кражей денег программист не ограничился. Он изготовил поддельные документы, сделал липовую домовую книгу, удостоверение личности и РНН. И под вымышленной фамилией пришел в банк за кредитом. Сотрудники банка обнаружили факт подделки документов и сообщили в полицию. Там-то они и задержали афериста. На данный момент в районном суде имени Казбек-Би идут судебные разбирательства. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».